Всем доброе утро. Мы на марафет наводим. Сейчас пойду с Чарли гулять. А потом по магазинам прогуляюсь и в больничку. Вернее, не больница, а это поликлиника, что ли, по-русски, как ее назвать. Вот. Еду мне сегодня не надо готовить, хотя муж заказал это, жареные баклажаны. Он же вчера целый пакет притащил, говорит, мне, пожалуйста, пожарить их тоненько-тоненько. Вот, и жареное яйцо. Я ненавижу жарить баклажаны, вот прям не люблю. Они столько масла впитывают, прям страсть. Как бы говорят, типа, нужно, чтобы масло было сильно накаленное. Там все дымит, и все равно они слишком... масляные какие-то получаются. Ну, так как это не мне есть, то нормально. А я что-нибудь придумаю, какой-нибудь рагу с баклажанами сделаю. Но не на сегодня, а на завтра, наверное. Надо же их, как говорится, с ними что-то делать, раз уж есть, да. Вот, хотела сегодня поспать подольше, но не получилось, как всегда, не знаю. 8 уже встала, поэтому... Где моя рыба сладкая, такое счастье мое. Уже и в YouTube полазила, сестру поздравила с днем рождения. Еще раз ее поздравлю, Ирина, с днем рождения. Тебе счастья, тебе здоровья и всего самого наилучшего. Вот, что еще нам за утро сделали? Ну, естественно, позавтракали своим. Что-то надоело уже все подряд завтракать. Что-то хочется, а кого не знаю. Правда, я знаю, что хочется. Какую-нибудь пироженка, тортика. Но, блин, все. На этой неделе хочу, знаете, урезать... как сказать-то, порции еды и вообще ни одной мороженки, вообще сладкого полностью убрать. Ой, залез. Сладкое убрать из меню и, в общем, худеть надо. Да? Да? Так он любит, чтобы я его чесала. Чесала. Быщи туда, мой быщи. Мой бьет, мычик. Ладно, пойдем собираться. Это я. Сегодня вот такая. Разноцветная, да. Маленькая девочка. Любочка. В общем, Чарли нашел в парке друзей себе. Там, видимо, знаете, как выпускают собаки, и они сами с собой гуляют. Они в поводках, у них поводки есть ухоженные, но сами с собой гуляют. Потому что там потом еще один ерсен прибежал. В общем, вот так. Я бы свою собаку так не выпустила. Мало ли, другая собака большая какая-то. Дерутся там, погрызут друг друга, да ну нафиг. Да или машина. Так что пойду я сейчас гулять. У меня времени еще достаточно. Глаз, как на людей посмотреть, себя показать. В общем, все как обычно понедельник. Все как всегда. Все дела сделала. В эту больницу, когда придешь, полдня проведешь. В очередях то туда, то сюда. Там долго все. И ничего не сделаешь. Сидишь, ждешь. В общем, иду домой. Время уже у нас 1:30. Иду кушать буду. Моя рыба там меня ждет и скучает.
О, парчесон какой модный, да? Мы уже покушали, посуду помыла. Царь спит. Он там себе ковырялся, ковырялся. Смотрите, что мне там наделал. И уснул. Не просто уснул, а с игрушкой уснул. Но он уже проснулся, подглядывает за нами. И вот я сейчас пойду пылесосить. Что-то опять у нас туман. Вчера в Гранаде, оказывается, такой ливень был. Сегодня по телеку показывали. Там все залило вообще. Представляете, пока мы в море купались, в 40 минутах от нас, все заливало. И сейчас опять вот такие вот. Я на море не поехала. Вчера насиделась, нагулялась. Пока нет желания особого на море. Я пришла сегодня в 2 уже, в 3 часу, поэтому как бы устала, находилась, не знаю, километров 8, наверное, находила, представляете? С 10 до часа я, до 12:20 я блукала, просто по городу ходила, а потом у врача побыла и все. Цветочки, наверное, полить. Блин, ну когда мне их пересадить? Вот этот надо сюда пересадить. Надо заняться. Мне еще надо землю купить. У меня земли нету. И фикус, смотрите, какой. Смотрите, какой вырос. Шикардос. Ладно, пойду пылесосить. А то время уже 5. Тут фиалка вот этот. А там еще есть бутончики, но они почему-то не расцвели у меня. Странно. Видите, отваливаются эти листики. Вот эти, которые желтые, они как-то отваливаются сами. И остаются вот эти зеленые. И это вот какая большая тоже у меня выросла. Ладно, пойду я пылесосить. Погода мне нравится, погода, знаете. Все дожди. А мне нравится. Не жарко так, ну немножко душновато. Ну и что? Иду с занятий. Телефон дома оставила. Должен быть на зарядке. А на зарядке или нет, я вообще не помню. Поставила на зарядку или нет, но взять его с собой не взяла. Ой, сегодня в спортзале, в клубе, в общем, начался новый осенний сезон. Пришла, в общем, новый тренер, монитор, не знаю, как ее назвать по сумбе. И, короче, все по-другому вообще. Я 2 недели уже привыкла стой плясать, как говорится, все движения, все... Все эти выучили. Теперь мне приходится учить с этой. Мы там с женщиной рядом со мной стояла. Ой, мы с ней чокались всю дорогу. Она, я говорит, это не могу попасть в ритм. Я говорю, ничего страшного, попадем. Она тоже привыкла к той. А я слышу в раздевалке другая, ну, которая была раньше. Она говорит, уже в 9:30 будет. И утром рано. 9:30, 9:30, прикиньте. Я уже в койке лежу в это время. Но это мне больше нравится. Я с ней танцевала 2 года назад, когда ходила на сумбу в другой клуб. И вот она мне больше нравится, как она ведет все эти движения, всю сумбу. Поэтому я даже наоборот очень рада. Мне как-то, знаете, более танцевательно, но тем не менее нагрузки больше. В общем, я когда ее увидела, даже обрадовалась. Вот такие дела. Иду за Чарли, сейчас гулять пойдем. Кстати, когда выходила, было все в тучах и капал дождь. Я даже сняла белье на всякие пожарные, полувлажные. Выхожу, а тут уже ни одной тучки, прикиньте. Я тучка, я синий медведь. Как хорошо быть тучкой и по небу лететь. Вот тут кошек, смотрите, столько еды. У них меню каждый день разное. Сама бы кошка пожила так, их там много. Все время ошибаюсь, хочу вон туда повернуть, а мне прямо. А вообще заметно похолодало, ну похолодало. Попрохладнее, скажем, стало так. Потому что когда я выходила раньше, прям жарко было. А сейчас прям так, знаете, прям хорошо. Видите, я даже не потная. И кожу все стянула, можно уже крема носить и мазаться, потому что я без кремов вообще не могу. Смотрите, видите, как они вечером вот так выходят и сидят около своих подъездов, наслаждаются вечером. Соседи все. В прошлый раз проходила, здесь даже 2 мужика стол вытащили и сидели, ужинали.
два соседа, наверное, потому что их, ну, как ужинали, пиво достали, там что-то какие-то закуски, в общем, квасили. Ужинали, это я так по-культурному. Сидели и квасили. Тихие райончики, там наверху музыка играет, много птичек. А так вообще можно заблудиться, потому что все улицы одинаковые. Все улицы одинаковые абсолютно вообще. У нас прям уже темнеет, так вообще время всего, ну, минут 20, наверное, 9. А так прям уже темнеет, и знаете, прям свежо. Ну как свежо опять, не жара, а так прям хорошо. Многие, знаете, зовут Чарли. Ну, я иду такая, Чарли сам по себе ходит. Я знаю, что он никому не подойдет. Никто его... И многие его вот так зовут. Или там... Бин-бин-бин. Типа погладить или еще что-то. У него же морда-то всегда улыбчивая и довольная. Ну, я знаю 100% уверена в том, что Чарли никак не поддается на уговоры. И как бы его ни звали, чем бы его ни манили, он может посмотреть за метр на вас своей, как говорится, довольной мордой улыбчивой, но никогда в жизни не подойдет никому незнакомому. Вот. Поэтому пускай зовут как хотят. Я даже и не оборачиваюсь, когда его зовут, потому что нафиг, все равно он не подойдет. Да? Я не знаю, почему вот он так не доверяет никому. Вот, обычно собаки, да, бегут там к людям, которых любят, да, холят и лелеют. Но мой Чарли нет никогда. Он не доверяет людям. Многие говорили что-то типа его, ну там, знаете, били собак обычно. Когда собаки не доверяют людям или еще что-то, это потому что у них было какое-то либо детство нехорошее, либо, в общем, детство, ну... Ну, вы поняли, да, что их с ними нехорошо не обращались. Но это с моим Чарли это невозможно, потому что мне его принесли, ему даже месяца не было, у него зубов не было. Потому что я неделю его кормила, там всякими, покупала специальный корм и размачивала его в этом, ну, в воде. Поэтому это, в принципе, это исключается. Он у меня один раз мандыкнулся с рук, ну опять не с высокой колокольни, а там что-то, я не знаю, полметра может быть. Я там чуть ли не в слезы реветь. Ой, мне так его жалко было, поэтому то, что его там кто-то бил и плохо к нему относился, это уже 100% исключается. Хотя многие говорят, что типа, ой, его, наверное, били, ага, били. Его целовали только и миловали, но он такой маленький был, помните, знаете... Такой ему всего месяц был, а его уже берет кто-нибудь, а он уже без зубов такой. Такой вот противный был. Уток кормят. Да? Ты такой противный? Оно и лучшему, зато его никто не сворует у меня. Такого красавца. И не сожрет что-нибудь отравленное. Потому что он у меня не на улице ничего не подбирает. Не из рук ему, не, когда даешь, он нифига не будет есть. Поэтому иду без оглядки. Такие дела. Рудик наш. К селезню три утки прилетели, невесты. Невесты. Они дикие, они прилетают, улетают. Селезень всегда здесь? Он не летает, он, по-моему, может и летать-то не умеет, не знаю. А вот утки к нему прилетают на случку. Сейчас вообще утки-то скоро улетят на юг. Куда уж южнее, улетают. Представляете? Что там такое? Я люблю рассматривать. Там столько мальков всяких в пруду в этом. Я люблю все рассматривать. Вон уточки поплыли. Уточку. Под зернышко куда? Тах, тах. Давай, давай, ползай. Он уже спит, он устал. А я нет, я еще не сплю. Я пойду сейчас себе арбузика нарежу, поужинаю арбузом. Вот. А потом какой-нибудь, может быть, кино посмотрю или что. Может быть, уже начались какие-нибудь сериалы интересные по телеку, знаете, а то
какую-то фигню показывают на постном масле, которая неинтересна. Что я тут вся в шнурах за это. Вот, буду с вами прощаться до завтра. Там переписываюсь с родственниками. Прощаться до завтра буду с вами. У меня завтра рабочая неделя новая начинается. Вам, наверное, тоже уже сегодня началась продуктивная вам рабочая неделя. Как всегда, поменьше работы, побольше денежек. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. До завтра.